30 сентября в Тверской областной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. В нем приняли участие граждане пожилого возраста, ветераны, активисты общественных организаций и объединений пенсионеров. День пожилого человека должен напомнить о том, что людям старшего поколения нужно помогать и уважать их. С 1991 года этот праздник отмечается на международном уровне. В Твери основные торжества прошли в Тверской областной филармонии. Гражданам старшего возраста принадлежит важная роль в развитии региона. Многие продолжают работать, участвуют в общественной жизни и общаются с молодежью, передавая свой опыт. Поздравительное слово от губернатора Тверской области зачитала министр социальной защиты Тверской области. Сегодня мы с особой теплотой признательны, чествуем людей старшего поколения. Вашим трудом, мудростью, знаниями, стойкостью, безмерной любовью к Родине создавалась сильная Россия. Слова сердечной благодарности мы говорим нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны и дружникам тыла, подарившим нам мир и счастье жить в свободной стране. В этот же день вручили награды от Министерства соцзащиты Верхневолжья. Далее для всех собравшихся выступил музыкальный коллектив Тверской филармонии, губернаторский оркестр «Российская камерата». Сейчас в Тверской области действует более 300 клубов и объединений по интересам для пожилых людей, в которых занимается более 8 тысяч граждан пожилого возраста. Кроме того, расширяются меры поддержки ветеранов, улучшается медицинское и социальное обслуживание пенсионеров.